Ситуация очень тяжелая. Понятно, что более 10 подрядных организаций одновременно вышли по всем направлениям. Это водоснабжение, канализация, правильно вы сказали, ремонт сетей. В рамках Самаркандской на сегодняшний момент будет перекладка сетей, капитальный ремонт, строятся пешеходные переходы. Мы делаем со стороны администрации города все возможное для того, чтобы минимизировать. Идеально, конечно, не получится, то есть будут сложности. Поэтому водителям я прошу выбирать альтернативные маршруты. То есть если есть возможность не пользоваться Канавинским мостом, а метромостом, либо Молитовским мостом, который мы отремонтировали, то лучше заранее выбирать свой маршрут. Сложности в этом узле будут до конца года.